Это для меня, для моей команды, это очень важный шаг. Многое для нас, значит, мы шли к этому, мы были уверены в этом. И сейчас просто осталось выйти и показать все, что мы готовы. Ну, естественно, я думаю, у каждого, наверное, у кого титул, естественно, что защищает пояс, ну, тут уже, ну, я как бы знаю, что все уже, кто в пятерке стоит, они все готовятся как бы на меня, потому что я чемпион, и в любом случае есть какое-то чуть и давление, и больше мотивации защищать. Я не думаю, что получится скучный бой с таким соперником, тем более. Я думаю, ну мы ко всему готовы. Мы и подраться, и побороться, и к рубке ко всему. Как всегда мы готовы. Просто как по ходу идет, так и получается. Сколько я смотрел его бои, сколько я его знаю, ну, он такой агрессивный, прет, все время идет вперед. Может быть, да, со стойки, может, где-то он более опасный, наверное. Может быть, может какое-то что-то сделать со стойки, а в партере, я думаю, у него шансов не будет. Я просто не любитель, что так заранее прогнозы давать. Как Всевышний предположил, ну, как он... Я думаю, я буду и как в победе, и в поражении доволен Всевышнему и скажу хвала Всевышнему. Да, я скажу, да, с уверенностью, это самое главное. Это из-за титула. Не то, что Магомед Расул, это хорошо, что именно с Магомедом Расулом у меня бой за титул не с Фройсом, а с Магомедом Расулом. Это даже лучше для меня. И пояс для нас очень важен.